Знакомый мой умер от рака, например. А у меня в телефоне как минимум два человека уже у меня в телефоне остались, которые в свое время раком заболели и умерли. Одна из них девушка довольно молодая. И после этого вы говорите, что идут какие-то изменения? Ну, стоит ли развивать технологии? Конечно, стоит, но их нету. И никто этим не занимает. То есть я не вижу никакого прогресса в этом направлении. Может быть, конечно, он существует, и дай бог. Но пока что говорить об этом так весело, что типа, ребят, у нас все хорошо, у нас, смотрите, что развивает. Да ничего не развивается. Опыт, по крайней мере, довольно печальный, мой, говорит об обратном. Я уверен, что это нужно развивать, я уверен, что в это надо вкладывать деньги, конечно. Но и не забывать, дорогие друзья, что когда мы работаем, живем, дышим, и у нас все, слава богу, нормально, то это и есть счастье то самое. Вот. Понятно, что умереть можно и не только от рака, и умирают люди от других болезней, да и просто попадают в катастрофы. Но все время об этом думать не нужно, можно с ума сойти. А вот то, что ценить каждый момент этой жизни, это я отношу к себе сейчас, это я отношу к вам, дорогие мои, оператор и Анна, которые снимают меня, и к вам, люди, которые смотрят сейчас, это неважно где. Если все хорошо на свете, если у вас в руках мышка от компьютера, а левая рука подпирает подбородок, и вы смотрите меня сейчас на экране, значит, у вас все хорошо. Скорее закрывайте этот сайт, идите куда-нибудь, погуляйте, подышите свежим воздухом, поиграйте в футбол.